Телеканал «Интер» передал Институту педиатрии, акушерства и гинекологии еще один аппарат искусственной вентиляции легких. Средства на его приобретение были собраны с помощью благотворительного аукциона «Интер детям». Сотни лотов, тысячи участников. Среди них Юлия Ищенко, девятикратная чемпионка Украины по плаванию, с детства страдающая ДЦП. Я очень хочу помогать деткам. Она пожертвовала на аукцион свои медали. Спасибо тебе огромное. За твою душу и сердце. Вместе мы можем многое. Детали нового благотворительного аукциона на сайте дети.интер.ua и в утре с Интером.